зрители моего канала. Сегодня готовлю тефтели в томатно-апельсиновом соусе. Мне понадобится говядина 500 грамм, молоко 100 миллиграмм, 2 кусочка батона, 1 яйцо, мука 2 столовые ложки, соль, перец, масло для обжарки. Для соуса необходимо 1 чайная ложка цветочного меда, 1 чайная ложка винного уксуса, 1 чайная ложка карри, 1 апельсин, из него заранее выжать сок, томатный соус 200 грамм, 2 помидора. 2 кусочка батона замачиваем в молоке. Говядину перекручиваем на мясорубке. В миску добавляем яйцо, размоченный батон, муку, солим, перчим, все хорошо перемешиваем. Разогреваем сковороду, наливаем растительное масло, формируем шарики. Для того, чтобы тефтели держали форму, их необходимо немного обжарить с двух сторон. В сотейник добавляем цветочный мед и винный уксус. Ставим на средний огонь. Через 1 минуту выливаем апельсиновый сок и прибавляем огонь. Выкладываем томатную пасту, все хорошо перемешиваем. После этого добавляем карри. Соус варим 5 минут. Помидоры нарезаем кубиками. Далее добавляем сковороду, все хорошо перемешиваем. Соус готов, снимаем с огня. Добавляем его в сковороду к тефтелям. Огонь уменьшаем, накрываем крышкой и тушим 20 минут. За это время все хорошо пропитается соусом. Тефтели с потрясающим вкусом, очень нежное мясо с ароматным соусом. Рецепт рекомендую. Если вам понравилось это видео, оставляйте свои комментарии, что вы думаете об этом рецепте. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить мое следующее видео. Приятного аппетита!